Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне HTC Desire 20 Pro сделать скриншот. Есть два способа. Первый. Нажимаем и держим пару секунд одновременно клавишу громкости вниз и кнопку питания. Готово. Второй способ. Удерживаем кнопку питания, и здесь появляется значок скриншота. Нажимаем, и как видите, скриншот тоже сделался. Найти мы их теперь можем в фотографиях, в папке скриншоты. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!